Здравствуйте. В прошлый раз мы делали шашлычки. В этот раз я вам покажу, как я делаю крылышки для барбекю. Берем крылышки. Соль, перец, приправа, лучок, чесночок и майонез. И поехали. Солим. Солью на чем мы будем обрабатывать. Нужен крылышко. И отбиваем. Затем добавляем перец, посыпаем перчиком душистым, вот так, перчик, чесночок, и опять. Ну, готово. Поехали дальше. Тем же методом. Поперчить, посолить. И отбить. На время отбивания я отключаю камеру. Очень сильный звук. Аппетитно. Готово. Ну, в таком порядке поехали дальше. Ну, тут, конечно, роли не имеют, что вначале перец, потом соль. И так дальше. Отбили, положили. Теперь у меня вот есть такая приправка специально. Куриные крылышки. Посыпем. Сверху нарежем ручку. Будет жариться у нас, когда на барбекю, с ручком. Сверху поливаем майонезом. Смешиваем. Крылышки у нас готовы. Ставим на час, на полтора. Прохладное место. И можно будет жарить. Костер разожгли. Будем ждать, пока все перегорит. А вот это барбекю у нас такие будут крылышки. Ага. Замаринованные. Крылышки — это хорошо. Он сегодня что с ними только не делал. С этими крылышками. И отбивал, да? Ну а как же? Отбивал. Чтоб мягенькие были, все. Сейчас мы их уложим красиво. О, солнышко, вот так укладываем. Ровненько. Он старается.
Ну, конечно. Ты прям все рассчитал. Глаз-алмаз. Вот так у нас получается. Такая красота. Укладываем вообще немножко. Да хватит уже. Нам больно будет. Оставь завтра еще пожар. Накрываем. Во. Во. Все сделали. Во. Все, да. Все. Все сделали. Теперь это зажимать. Ой, ну не лезет, так пускай стоит. О, сразу шкварчит, да? Ой, Лень, как запахло сразу прям. Или это после шашлыков еще? Да нет, это вон. Нет, сразу, это свежее, да. Там курятина вообще быстро. Быстро, да. А он отбил еще, должно быть мягенько. Переворачиваем. Ой, какое, глянь, какое золотистое. Ой, ням-ням-ням. Вау. Ням-ням-ням. А ты знаешь, для чего вот так вот машут? Скажи мне. Жар раздувать? Нет. Это машут, чтобы дым и запах соседям пошел, и они слюной подавились, да? Такие добрые. Они и так уже давно. Я так думаю, вы на запах к нам приехали. Да, если бы можно было еще передать вот так вот через видео запах. Переворачиваем еще. Ой, гляньте, как красиво. Это будет чисто овощное. Где у тебя чисто овощное? Чисто овощное. Ставь. Вау, ням-ням. Это для тех, кто соблюдает пост. Да. Ой, как красиво. Овощи. Ну, овощи сильно не надо. Так, подтушатся и все. Ну да, они очень вкусные такие тушеные. Да. Я тоже люблю в духовке. Это же не а это, а это на мангале так вообще. На мангале. Какая красота. Угу. Сережа, а какой ты счастливый, что у тебя супруга за рулем? Уже подрумянил? Только-только повернул. Подрумянил? А это не поворачивай? Нет. Нет. Ну это вообще уже красота. Угу. Это уже готово. Курочка, она много не любит. Да. Ну сейчас, да, все уже. Ты еще не снимаешь? Ты его не заводил, ничего поморозило в том уже. Вот так. Так, маши.
Ой, красота. Ну, не так огонь, как дымок, а птица. Да. Ля, ля. Ну, какая красота. Угу. И тут уже ля, перчик поджарился. Ну да. Подрумянил. Вообще классно. Мать? Да, уже готовы. Это... Ну, давай. Вот такие у нас получились. Классно. Овощные шашлычки. Вау, красиво. Дай, Алина. А барбекю надо так заносить. Давай так заноси. А там, потом там выложишь. Там я дам блюдо. Пойдем. Погоди, приготовь, я потом занесу. Иди блюдо, а то оно капает. Хорошо. Я сюда сейчас. Тут прям у тебя сильно уже поджарились. Ну, ладно. Та-та-та-там. 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 Красота какая. Вау. Выкладываю их красиво. А ты руками, наверное, было бы удобнее, нет? Ну, не горячие. Да, прямо там. Конечно. Ой, Лен, как красиво. Конечно, горячие. Он овощи поел, Френд. Ну, пускай его здоровье. Вот примерно вот так вот. Получилось вот такое блюдо. Зелень вся уже на столе. Какая красота у нас. Ну, а Сережа как воюет. А барбекю ты еще не делал? Нет. А, ну позовешь меня на барбекю. Ну, шашлычок. А то я думала, мы все прозевали. Мы сегодня барбекю, это так. Рекламная пауза.